Всем привет! Снова с вами Гейм Драгон, и у нас продолжение Астрониров. По-моему, прошлую неделю мы их тоже профукали, так же, как и эти паровозики. Но, тем не менее. Итак, мы тут строим всякие разности. Я уже даже не помню, что мы тут строим. Ну и бог с ним. Так, это мы с вами приволокли. Эй, развернись, пожалуйста. Эй, что у меня мышка? Не хочет. А, все нормально. Предмет для исследования. Это все исследуется. Вы тут говорили про глину. Вы много чего мне насоветовали, я там даже... Вы мне пытались сказать, что посмотри то, посмотри все, посмотри тех, иных. Там, Гроника посмотри. И я сказал, не буду смотреть, потому что мне хочется самому. И вот так. Поэтому мы будем сегодня сами дальше. Если вас сильно подрывает, можете не смотреть. Напишите, да, следующую серию я списывать не буду. А заодно сяду и буду играть сам нагло и без всякого. Так, по-моему, мы печку делаем по форме. И, возможно, мы сможем переплавить вот эту вот фигню. Так, мы нашли с вами вот где-то там далеко всякую алиновскую фиговину. В принципе, это хорошо. Это что у нас? Это большая платформа? А, нет, это уже печка, кстати. Вот печка. Тогда нам нужна платформа. Так, для печки. Так, нам нужна платформа для работы мозга. Итак, малая солнечная панель, вот она, я не на нее навелся. Так, посмотреть. И давайте посмотрим. Большой принтер, большая платформа. Нужно две смолы. Хорошо, две смолы. Неужели у меня нет двух смол? Что у меня за не там? А, это графит. Ага, я позабирал все самое топовое, а все, как говорится, самое нужное не позабирал. Так. Материалы. Материалы, кстати, вы говорили, можно синтезировать. Но это же надо пойти и все найти их сначала. Где это? Типа резина была. Хорошо. Куда пойдем? В какую сторону? По-моему, где-то... Что там? Там опять наросли всякие наросты. Ладно, потопали туда. Надо бы какой-то паровоз построить, а то вот это бегать вообще не вариант. Ну, я хоть на ускоренном режиме, таком... Но это тоже не дело. Надо ездить на ускоренном режиме. Так, это все потом притащим на базу. Вы мне говорили, как переносить. Можно пинать это дело. Стоп, что это белое было? А, это курсор остался, господи. Ну что это такое лежит? Белое в траве. Первый раз такое вижу. Так, где материалы? Это металлы. А смола где? Давайте заберем. 25. На дороге не валяются. А, 17 всего. Эй, серфер, а ну вернись на поверхность. Где-то ж было. Блин, а что такое? Опять металл. Да, и там металл. Подождите. Что-то это не то. Я так не играю. Где резина? Она же смола. Почему ее нельзя добывать из дерева? Не, может, я, конечно, можно добывать из дерева, но не знаю, я не пробовал. Так, а ну, давай. Бел. Блин, и тут... Вот, стоять. Уря. Так, только мне надо поставить сначала соединитель. Пам. И тогда мы сможем тут немножко похулиганить. Далековато, конечно, но получилось. Но, тем не менее. Так. Начнем с дальних рубежей. Сколько у меня уже? Две. Какое-то улучшение себе на пушку сделать. Как-то медленно так рубит все. Две. Ну, когда три. Неплодородные вы. Залежи. Три. Так, три. Замечательно. Давай, ага, там не достаем, да? Ого, ничего себе. Так, сейчас переставим это дело. Опора. Ну, где пушка? Что спрятал? Кто разрешал? Четыре. Блин, мне терраформинг нравится тут так просто вообще. Шикарно. И главное, работает идеально. Со всеми остальными играми. Здесь работает идеально. Так, сколько еще можно втулить в тебя? Еще я вижу, что одну. Одну, две даже можно. Две точно в тебя можно запендюрить. Хорошо. Раз.
Вот она. И одна сейчас сзади оказывается. Эй-эй-эй. Подождите. Непорядок. Я вот ее собирал как раз. Так, а ну вот сюда переместиться не хочешь? А, это же генератор. Ладно. Блин, зараза. Покажи свою пушку. Не получилось. Рюкзак полон. Ладно. Нам не проблема. Мы побежим. Как вы там говорили? И нет. А как вы говорили пинать? Подождите. Сейчас я буду учиться в баскетбол играть. Не летит оно. Ладно, побежим руками. Понесем. Так будет проще. Видите, она падает у меня прямо на этом месте. Не хочет она лететь. А если взять, например, шар для исследований. Вот этот. А ну, подождите. А, этот нельзя взять. Этот нельзя взять. Так, меня ветром сносит. Смотрите, я как самолет с поправкой на ветер бегу. Вот какой-то из этих шариков должно можно быть взять. Так, а ну, можете взять? Не, нельзя. Ладно. Эй, F. F. По клавише промахнулся, представляете? Хотя, конечно, вы представляете, я часто так делаю. Так, ну, давай, 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 бегом, 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 бегом. Бегом, база, 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 база. Я так и не научился носить в руках и пулять ее, как вы ударили вперед. Оттягиваешь, так она так... Туда на базу улетела. Хорошо. Сейчас нам сделают платформу, мы начнем плавить все, что не попадя. Так, да ну ё-моё. Раз. Покажи мне рюкзачок. Два. Надо вовремя отбежать теперь. Так, и пока он пилит, сохраниться и подождать, пока он напилит. Вот, наверное, так. Да, все ничего, но он пилить не будет, потому что ему надо три материи. Ведь правда? Нет. Ему надо сказать, чтобы он это начал пилить. Вот, и вот теперь можно ждать. Теперь можно ждать. Ура, достроилась наша платформочка. Только где бы мне ровную часть найти, я вот даже не знаю. Так, это принтер, он тоже вперед пилит. Ну хорошо, давайте попробуем это где-то здесь делать. Это мы сейчас уберем. Так, это мы сейчас отодвинем. А платформу мы сейчас вот таким вот образом развернем. Так, разворачивается большая платформа. Зачем в космос отстреливать вот ту штуку? Она же когда-то на голову кому-то упадет. И причем кому-то это буду я. Как говорится, я не я, но это буду я. Так. И разворачиваем теперь большую печку. А давайте сюда. Выглядит она как чайник. Ты показал в другую сторону, тебя развернут. Большая платформа. Так, давайте смотреть, что может включить и выключить. Плавильный ремесло очищает, выплавляет и сжигает ресурсы. Сжигает ресурсы? Интересно, а как тебя вот сжечь? Можно тебя сжечь вот эту штуку или нет? Да кино интересное, но я хотел бы узнать, как тебя вот переработать. В тебе же дофига металлов всяких. Ну ведь правда ж? Ладно, пока будет свалка. Построили, не знамо зачем. Давайте посмотрим, что у нас там по исследованиям. Где там исследования? У нас с вами 3400 байт. Так, на них мы... на них что мы можем? Так, у нас есть с вами... Это большой принтер. Алюминий, керамика. Это... Давайте большой. Значит, это большой склад. Платформа. Большая платформа Б. Большая платформа С. Место приземления. Это у нас камера исследований есть. Так, центрифуга почвы. Вот, вот ее вы мне говорили надо. Требуется соединение. Есть алюминий один. Вот мне надо печку. Так, химлаборатория. 1200. Эй, эй, эй. 1200 на химлабораторию. Атмосферный конденсатор. 1700 и 1200. Надо 3000. У меня 2700. Атмосферный кондер. Керамика, стекло, вольфрам. Керамика, стекло, вольфрам. Хрен знает, где достать. Стекло, песок, железо. Это попроще, мне кажется. Так. А теперь давайте вспомним, где я ковырял глину. Так,
Вон глину я ковырял, походу, здесь. Да. Даже значок какой-то. Только почему-то оно мне... Как я глину копал? Прикиньте, я забыл, как я копал глину. Я хочу просто вот сюда, вот сейчас что-нибудь посадить, например. Если я посажу смолу сюда. Сейчас будем все методом научного тыка использовать. Хотя нет. Сделаем более продвинутый научный тык. Ну, где-то была астропедия. Ресурсы. А это все природные ресурсы, между прочим. Что-то я не видел этого раньше. А это очищенные ресурсы. Алюминий. Так, нифига себе. Глина. А, вот она. Аммоний. Из чего ж тебя брать-то? Ладно. Это атмосферники, аргоны, водороды, азоты, сера, метан и гелий. Сложный ресурс. Ё-моё, вот это разработчики развернули деятельность. Обалдеть. Так, хорошо. Я даже смотреть дальше не хочу, мне уже страшно. Тебя будем использовать как склад ресурсов. Нет, будем тебя использовать как склад... а чё ты не хочешь? А как это ты так... Замечательно. Где там написано было пластик только что? А, требуется пластик. Понятно, ладно. Хорошо, где-то у меня тут было что-то. Латерит, алюминиевый материал. А ну-ка. О, понеслась душа. Блин, как она прикольно работает. И строит алюминий небольшой. Слушайте, мне очень нравится. Раньше она не так работала, а сейчас очень красиво работает. Блин, разрабы молодчинки просто вообще на самом деле. Так, ну у меня остается вопрос. Как бы мне насобирать чего-нибудь полезного? И как бы вот это вот с тебя собрать все? Ты кто? Соединение, природный ресурс. Ты кто? Ты соединение. Ты графит. Графит я могу, наверное, во что-то переплавить. Может, я смогу это переплавить во что-то? Раньше не мог. А бог его знает. Может, во что-то и смогу. Там где-то тут была тычка для графита. Вот она. Так. Ну чё, когда там люмишек закончится? Еще чуть-чуть, еще пару блочков, да? Все. Еще один маленький кусочек переработает, и все. Ура. Это алюминий. Очищенный материал. Теперь, где я могу это все построить? Дорогой мой принтер, покажи мне. Большая платформа, камера для исследования, плавильная печь есть. Центрифуга почвы. Нужно два соединения. Алюминий один у меня уже есть. Два соединения. Атмосферный конденсатор, железо, стекло, пластик. Наверное, вот... Ладно, хорошо. Центрифуга почвы. Мне нужно соединение. Соединение у меня... Ага. Одно и второе недоделанное. Ну чё? Ну куда? Ну давайте. Сейчас куда-нибудь очень быстро. Очень быстро прямо... Вот она, глина. Во. Ура. Так, стоп. А здесь, наверное, же ещё глина есть. Чё это я так сдался быстро? Сейчас мы глину забабахаем в керамику. Чё там? Ну давайте еще чуть-чуть. Вон, я прямо уже вижу. И тут вот снизу прямо вот кусочек показывает. Ну давай еще один кусочек. Какой ты жадный, а? На глину. Действительно надо... улучшить как-то мою пушку, потому что так пилить это будет долго. Пол игры так проходит в пилении. Мне кажется, что я здесь уже все что мог, я уже все отпилил. Жаль. Ладно. Ой, так, кислород. Я забыл об этом. Скажу вам честно. Так. Органика, шморганика. Вон там, кстати, еще в той стороне есть. И вон резина, кстати.
О, сколько тут резины. Замечательно. А чё я в эту сторону раньше не ходил? Не, я ходил, но я не помню, что здесь есть... Так, а где теперь материал? Вот как обычно, идешь за ним, думаешь, сейчас я быстренько... Вот прям вот сейчас быстренько. Оно тебе раз... Вот глина. О, уже хорошо. Хоть что-то. Так, теперь следим за кислородом. Сколько у меня глины? Одна? Две. Замечательно, погнали. Во, органика. Супер. А ну-ка, органика, иди сюда. Становись-ка. Куда тебе положено? Это кто? Это тоже органика. Дайте мне железо. Дайте мне материалы. Вот так всегда. Так. Стоит мне куда-то пойти. Это что за красота? Это надо изучить. Так, ну где, где, где? Вот тут чего-то есть. Тут опять органика. Сразу видно, я ходил. Ага, здесь графит у нас. О, а что там фиолетовое? Смотрите, это же какая-то штука есть. Которую, наверное, можно как-то поскоблить. Разваливается. Ой, куда она делась? Куда она делась? Я так не играю. Это все не по-пацански. Зато там у нас целое... Ого, ничего себе. Лучше туда не падать, скажу вам честно. Но я расстроен тем, что здесь нету металла. Я, как обычно, накосячил. Так. Вон, вон, металл, металл, металл. Люди гибнут за металл, и мы не исключение. Есть. Замечательно, оно вывалилось. И теперь мне его некуда прикрепить. Супер. И у меня сейчас кислород закончится. Открепись. Прикрепись. Эй. А, это открепить нельзя. Органику открепись. Прикрепись. Побежали. Ура! Вот так, вот так, вот так на базу. Прям вот быстро на базу. Воу! Все, есть. Мы с кислородом. Сейчас у нас все... Господи, я испугался, что это у меня над головой такое летит. Так, здесь опять образовался новый цветочек на 17. Прям все замечательно идет, я вам скажу так. Теперь сюда. Здесь ничего не горит. А вот здесь нужен металл. Центрифуга почвы. Замечательно. Работайте. Не отвлекайтесь. Где наша глина? Покажи нашу глину. Алло, глину дай сюда. Так. А блин. О, понеслось. Так, и из пушки глину сними. Вот туда поставь ее. Ну что ты такой противный, а? Замечательно. Так, сохраняемся. Вау, вау, вау. Стоять. Все, ждем. Слушайте, она капец какая долгая переплавка глины. То ли у меня электричества не хватает. Хотя вроде бы, ну да, он красным все мигает. Походу маловастенько ему электричество. И этот работает вот на солнышко. Обратил внимание, вот я вижу, что у меня не хватает энергии. Соответственно, у меня точно так же замедлились эти исследования. И замедлилось производство. Ну ничего, сейчас производство освободит часть ресурсов. Будет все окей. Так, хорошо. Большой принтер. А что ты можешь мне порекомендовать? Ты можешь делать только убежище. Это замечательно, но убежище это такая же штука, как у меня уже есть. Поэтому она мне сейчас пока нафиг не нужна. Так, центрифуга почвы пока работает. Хорошо. Сколько у меня науки? Науки 1300. И мы с вами говорили, что нам надо... Где оно? Вот он. Химлаборатория 1250. Замечательно. Бабам. Основные химические процессы я могу. Нужен вольфрам, стекло, керамика. Чувствую, мне не избежать огромного похода или длительного похода в пещеры. Потому что все эти супер-пупер материалы находятся именно там. Смотрите, у нас появилась керамика. Это очищенная глина.
Ее не так много. Так, центрифуга почвы. Для нее тоже, кстати, нужна платформа, блин, опять. Все время забываю, что... А давайте посмотрим, что еще есть. Химлаборатория. Керамика и стекло, вольфрам. Стекло, вольфрам, стекло, вольфрам. Атмосферный конденсатор. Железо, стекло, пластик. Пластик, интересно, из чего пластик? Да ладно, посмотрим. Большой принтер, большая платформа. А, камера для исследования. Так. Ну тогда большая платформа, пожалуйста. Пожалуйста, большая платформа. Так. Спрячься. Спрячься, я сказал. Ну, спрячь пушку, ну. Так, ну, энергии у нас все равно мало. Надо с этим что-то делать. А интересно, портативные наши производители, что помогут нам сделать? Фильтр кислорода, контейнер. О, контейнер не нужен. Это обязательная штука сейчас для нее нужно будет. Дальше, рабочий фонарь нафиг надо. Малый генератор есть. Малый принтер, в принципе, пока не знаем. Комплект топор, фильтр кислорода и контейнер. Так. Малый принтер. Так, в принципе, малый принтер я и так могу. Рабочий фонарь. А давайте рабочий фонарь забабеним. Что ему надо? Ага, тебе надо медь на рабочий фонарь. Нафига тебе медь, парень? Так, контейнер. Покажи мне свою пукалку. А ну-ка, давай-ка мы. Ага. Эй, ты куда? Иди сюда. Давай-ка мы тебе землицы наберем. Я, правда, не знаю, зачем. Давайте наберем. Так, давайте развернем сейчас платформу номер 2, которая уже номер 5 на самом деле. И поставим вот сюда платформу. На нее мы поставим, где он тут? Большая стирка. Так, а что ты развернул? Ну ладно, чай будет. Так, ты все равно центрифужник. И вилками тебя сейчас подключим. Ай! Не тудыть. Не тудыть. Вот тудыть. Раз тудыть. И вот сюдыть. Все, замкнули. Так, что делаешь? Давайте осмотримся. Соединение делает. Смола, органика, глина, почва. Ты добываешь аммоний из одного объема почвы. Из двух объемов почвы. Ты добываешь графит из кварца, добываешь из четырех. Это будет наше стекло. Глина ты из шести добываешь. Органика из десяти. Бога ради, камон. По-моему, из одной надо органики добывать. В земле органики должно быть больше, чем чего бы то ни было. Смолы из восьми. Соединение из восьми. Аммония из одной почвы. Странно, ты что, аммиачная планета, что ли? Ладно. Сейчас мы тебе устроим экзекуцию. Давайте посмотрим. Заполняется, нет? Подожди, а как оно должно заполняться? Покажи мне свою пукалку. Да покажи, не бойся, ну. Почва, природный ресурс. Так, и как тебя внутрь собрать сейчас? Во. Это что? Это выравнивание. А до этого невозможно было. Так, вон там одна тычка отмечена. Ну-ка, давайте еще раз. Если две тычечки сейчас... Ага, вон заполняется, все, вижу, ура, заполняется. Заполняется. Органику заодно забрали и заполняется у нас... Всем, чем только можно. Вон белый идет. Раньше там вроде как тычечки были. А, вон. Они у нас на курсоре тычечки отмечаются. Я и забыл, вы же мне говорили. Что значит играть спустя недели полторы после ваших комментов. Так, все, заполнили мы это дело. Зеленое. Давайте попробуем сейчас это сюда вставить. Эй. Блин, а вот тебе тебя достать. Хорошо, можно полбазы разобрать. Быстро причем. Так. Куда тебя вставлять? А, вот сюда вставлять. Так, мы заполнили наполовину, да? Хорошо, проверяем, что это значит. Это значит, мы заполнили наполовину только одну. А. Так
Тогда, может, 4 мне выдадут? Проверяем. Раз, два, три. А, так и получится 3, значит. Ой. А верните банку, вы же ее освободили уже. Ну чё вы, ну? Чё вы за вредины такие? И как мне банку свою вернуть? Ладно. Фиг с тобой, золотая рыбка. Я себе сам сделаю. Контейнер. И пока ты будешь тут заниматься развлечениями. О! А, нет. Я думал, все. Я никогда не видел, как он работает. Когда я последний раз играл в эту игруху, этой штуки еще не было. Так, у нас здесь с вами закончилось исследование, и вы мне рекомендовали сюда повесить глину. Так как глина самый крутой на исследовании материал, за 7 минут мы получаем 300 байт. В принципе, я согласен. Достаточно быстро, учитывая того, что землю копыряешь и получаешь за ни за что глину. Так, тогда забираем эту глину вот сюда. Я надеюсь, ее не сдует ближайшим ветром. Так, здесь материалы. Это дело, графит не горит почему-то у него. Смола. Давайте попробуем, может, платформу. Две смолы. Смолы у меня нету, ладно. Скоро появится. Ну, когда ты доработаешь? Я хочу узнать, как ты работаешь. Центрифуга осмотреть. Она работает. Не дает мне дальше. Хорошо, ладно. Раз я тогда себе сам сделал это дело. Ставим сюда банку. А что же я с клавишами все время промахиваюсь? Ты посмотри. И оно там будет долго работать. Пошли что-нибудь поковыряем, что нам не нужно. Я наковыряю, и я включусь обратно. Ага, я понял, что она доработала тем, что мне дали достижение. Танки грязи не боятся. Это, видимо, когда я переработал грязючку. И таки я переработал и получил 3 грязи. Это замечательно. Теперь я могу ставить контейнер. Эй, камон, где ты? Куда ты упал? А, вот он, господи, все нормально. Тогда надо вот эту графитину снять. Эту штуку куда-то отбросить. Это сюда. Это дело сюда. Заполняй. Не, пока я не сниму вот это, ты не заполнишься. Вы какие-то вредные, а. Забираем контейнер. Супер. Все, теперь я могу дальше пилить это дело. И у нас все получилось. Ура, ура, ура. Наш вот этот штуковина добывает нам много. И процесс именно обратный у нас получается. Давайте. Значит, он дает 3 глины, 2 кварца, 1 графит, 1 аммоний. Даже не дает, надо заполнить полностью. Соединений дает 4, смолы дает 3, органики дает и глины дает. Значит, давайте кварц теперь выпеним кварц. А пока будет у нас кварц кварцеваться, мы поставим вот это дело на то, чтобы оно исследовало глину. Тут у нас... Тут еще у нас не дошло до конца. Сколько у нас здесь материалов? Давайте это выкинем сюда. И это поставим, пусть перерабатывается. Так. Эту часть вешаем сюда. Где-то тут еще у меня одна была. Вот она. Так, тоже сюда. И платформа номер А. И теперь ее запускаем. Все, смолы проблемы нету. Надо тебе только ходить, копать и все. Поэтому мне нужны какие-нибудь морские свинки, которые будут ходить собирать материал. И я буду тут фигачить. Следующим марлезонским балетом и его частью у нас будет восстановление энергетического баланса. Но мне кажется, энергетический баланс это мы оставим уже на следующую серию. А следующую серию мы увидимся очень-очень скоро. Всем пока, с вами был Game Dragon.